Итак, всем хаюшки, с вами Спанч Боб, и мы продолжаем играть в Don't Starve. Я создал разные миры, играл без вас. Вот это мой самый любимый мир. Тут я прожил 14 дней, нет, не наш мир. А наш мир вот он, Кантиния. Черный экран. Сегодня сейчас солнышко светит, я радостный, поэтому черный экран. Все, теперь он белый. Так, я уже все забыл. Что у нас есть? Что нам надо делать? Я уже не знаю ничего. Мы хотим пожить Так, во-первых, мы хотим есть, как я понял. И мы, может, скоро умрем. Поэтому сразу съем и пойду искать еду. Я сейчас умру, покажу мой мир, где я прожил 14 дней, буду там играть. Я только зашел, мне повезло. Окей. Блин. Вот сюда. Давай. Может его оставить живых? Может выпустить меня? Нет, мы хотим кушать, прости меня. Сама могу, не довольнишь его. Ладно, он бы нам будет. Нет. Мы не развиваемся, потому что уже в 14 там... Я прожил 14, я очень сильно развился. Там уже у меня была броня, у меня была каска. А тут я никак не развиваюсь. Я уже забыл, что я делал в предыдущий раз. Кто вы? Необычные пиги. Ну-ка. А ты, боже мой! Моя рыба. Мои штучки. Ты пока. Не знаю, кто это необычные свиньи. Обычные свиньи дружелюбные, точнее нейтральные. А вот эти какие-то сразу нападают. Ну-ка, хватит. Да, еще хватило. Нет. Хорошо, мы с голоду. Ох, рыбу не повезло. Ладно. Make a fire. Ладно. Окей. Блин, я так и не развился. Это никакой брони, хотя уже вообще забил в своих записях. Взял броню. Хотя, наверное, потому что у меня там день очень большой. Там сделал так. Не важно, тучка такая, я могу сделать так. Я так и сделал, но смотрите, я тут вообще без ничего просто. Как я буду отбиваться, я не знаю. То есть на 10-15 к нам пойдут друзья. Они меня сразу съедят. Убирать никому не получится. Так что пора. Ведь что-то уже очень мало. Как-то. Не разбиваюсь вообще. Но кто я? Я могу, нет, не могу. Где его пойти рубить? Нет, надо прямо сейчас идти рубить, иначе. Иначе все будет плохо очень сейчас. Все значит, сейчас буду все собирать, что я вижу. Вот фуэл я буду добавлять. А да ты фуэл. Блин, все, после вот этого надо выбрать. Ой, не надо травки. Окей, ладно, поезжай, куда? Все. Ноу! No!
Да. Ладно, я пока выключу запись. Я видел тебя. Пока выключу запись, когда будет утро, я на нас включу. Я... Да, так и сделаем. Так что, пожалуйста, давай, ну не будете знать, я же просто выключу. Всем добрым утром, там с вами Спанёк, и продолжаем играть после вашего перерыва. И у меня большая борода. Короче, ребят, если туда можете, напишите мне, где борода, в каком из этих списков. Вот, где борода. Ну, борода, такая борода. Это, ну, списка от бороды. Я буду признательна, если скажут. Так что ладно. Так, куда мы теперь пойдем? А, ну да, мы должны рубить дерево. Конечно, никуда не пойдем. Я вижу тебя, друг. Я вижу, я извиняюсь, я вижу. Скоро будет 53, мы не готовы к смерти. Я видел опять тебя. Еще день уже будет нас ждать. Это знаю. Я же играл в предыдущих ушах. На 10-й день ко мне всегда приходили кабаны. Вы не знаете, такие кабаны еще, да? Знаете, я кабанов ненавижу вообще. Мы с ассасином их ненавидим. Кажется, 8. Да. Окей, побежай. Побежай быстро. Побежай. Там главное от голода умерли, а не от собак. Собаки-то уже и так. У нас же есть оружие. Так-то мы убьем. А годы мы уйдем тоже. Все, наконец-то у нас есть это. Ну что, готовимся, ребят, готовимся. Скоро будет очень плохо. Так, а пока давай поищем еду. Кролик. Давай. Тупой, давай. 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 Ну-ну-ну-ну. Я пригласить на что? Быстро! Ладно. Короче, я не знаю, я без понятия, что мне делать. Я сейчас умру. Я нету еды, я пошел его пожарить. Иду пожарю. Тут кролик он был реально без малых, наверное, то, что... Так, пошел на эту штуку. Да. И ладно. Он, наверное, хотел помочь мне. Золото. Уже план открыть этот золото. Я уже ничего вообще не понимаю, что лучше игры. Я дай сейчас потом видео. Блин, еда. Ни одной еды. Это мир пустошей. Fallout играет, так это мир пустошей. Тут нету вообще ничего. Я все съел. Всю одинокую жизнь. Мне кажется, 9-й день будет моим последним днем. Сейчас тут будет уже последним днем и последней серии нашего прохождения второго. Так что готовьтесь, ребят. Кто его знает. Когда проиграем, я здесь уже больше не буду. Кто его знает? Что могу интерпретировать, могу записывать. Знаешь, конечно, я покажу вам цели миры. Это будет не в этой серии. Тут точно. Я да. Я не знаю, куда я бегаю. Я ничего вообще не вижу. Сколько я тут уже хожу, я не знаю. Ни одной еды. Ребята, это, я не знаю, тут краи, что им все съели. Я не знаю, тут нету вообще ничего. Мои семена. Я жить хочу. Ребята. Блин, что же... Куда я подбрёл? Быстро убить. Короче... Я видел тебя, друг мой. Не думай, что я слепой. Слышь меня,
знаю, видно тебя тут. Какой ты мудак. Последний. Убил и все, бегу. Просто бегу и ломаю себе. Еще одно, но это не важно. Теперь надо забираться сюда точно. Ну и тоже бежать. Беги. Беги. Нет. Скоро они будут. Они, не хочу их. Я сражался против них. Ладно, ребят, если все пройдет, я хочу. А пока я выключу запись. Я вообще выключу, надо его идти убирать. Ребят, не слышу, зачем я сейчас включил запись, но еще идет, но... Реально, ребят, я сейчас умру, реально. Я сейчас не кабаны съедят. Я бы так и не смогу попадать. Я сейчас точно съедят. Я себе сейчас сам съем, больше, чем больше. Не кабаны съедят, я сейчас себе сам съем. Потому что у меня желудок уже... Боже мой. Мой желудок уже сам себе должен есть. Так он никого не покажет. Вся наша игра была напрасной. Она была только для того, чтобы умереть от голода. Заранее хочу извиниться, что я выпускаю редко ролики. Так что сегодня будет два ролика. По этой игре и по снайперу. Если я чувствую с голоду. Я сейчас буду, я не знаю. Я сейчас свою броню съем, наверное. Ладно, выбора другого нет. Ладно. Бить, не важно. На хп не важно. Я знаю, это было жестоко, но пока... Да нет, не дропай, ешь. Всё, ты беги. Я знаю, это было жестоко, но ты хоть ещё как-то продлишь жизнь. Я знаю, это было жестоко. Ты не тут домика, но... Если я хочу жить, я должен это сделать. Так что sorry, guys. Я проживу еще 11 день, если сегодня не нападет, я закончу серию. А если так пойдет, то... О, нет, ты че их больше? Ко мне. Ладно, не важно, хп. Люби же меня сразу, я возьму хп. Не знаю. Я вам покажу, что умереть. Как можно умереть? Сейчас, если меня кабаны нападут, я не сразу убью. Ну хотя бы как-нибудь еду шло. Пожалуйста. А, вы. Иду к себе. Ну пока. Ах, ладно, ребят, короче, год мы побывали хоть немного. Так что, надеемся на лучшее, ребят. Только не на худшее. Ничего будет худшее. А если на лучшее, то будет лучше. Эй, мы хотим, чтобы я выжил. И мы хотим, чтобы я умер. Не закончу играть эту игру и пошли играть. В Walking Dead Survival Instinct. Если я сейчас умру, то я больше играть это не буду. Ну, на съемке я не буду, а так обычно. А просто играть я буду, конечно же. А уже без съемки. Пожалуйста, побой. Нет, мои, блин. Ну, уже без съемки точно будет. Ну, хочу без съемки играть, но если вдруг захочется, я еще с ним пойду. Уже. Уже по обстоятельствам. Ладно, ребята, я не знаю, я хочу выключить запись и прожить этот день без вас. Потому что, я не знаю. Но, просто скучно у меня, понимаю. Вам сейчас скучно, смотрите, так что... Ладно, если мне скучно, короче, просто промотайте куда-нибудь. Середину это видео. Я не знаю, куда будет дойти, но может будет идти 20-30 минут. Но, ребят... Короче... Нет. Ладно, все-таки я хочу сейчас выключить запись. Ненадолго, я хочу
31 день. Хотел я не хочу его показывать, это будет очень долго, так что уже и так я практически прожил, так что я выключу запись. Если я умру, то я вам покажу, то, а если нет, то нет. Так что я пока выключу запись. Сейчас покажу. О, то есть дождь пошел. Дождь я включу запись, так, потому что мне попался еще один дурачок. Мне надо, я все-таки жаюсь, я отпущу его. Я жаюсь на мне. Мне жалко его. Что я даже теперь погублю. У меня хотя бы немного семён. Нужно вот это убирать. И ладно, что я сухарю. Я природу убиваю, может, милый. Только для чего? Жизнь. Морковка! Морковка! Морковочка, моя дорогая. Если я пропустил еду, ребята, у меня напишите в комментариях, вот моя. Если я напишу, что пропустил еду, я буду. Ладно, все равно не важно. Ну, не успеть. Я не вижу, у меня... Сейчас у меня... Вот, у меня повысить яркость. Так, теперь я все вижу. Еще мало. Сбирай. Сейчас же умрем так. Я не... А вот и они меня ищут, как я понимаю, да? Ладно, надеюсь, что справимся, где мое оружие? В одиночку напитать, нападать на меня, это как? Спасибо за мёд. Вот еще одна пуля. Может, ты тоже хочешь? Может, не нужно кое-что, ладно. Ну что, не дай мне еду для меня. Кушаюсь. Ну, не накушаюсь, но хоть как-то все пропитает. Боже мой. Вот тот крой, которого я отпустил, да? Вот он со мной живет. Нет! Да нет! Почему? No, it's a night. Быстро, 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 не успеть. No. It's so bad. No. No. Ах, ребят. Это видео очень долгое. Я решил включить запись сейчас, потому что просто так. Потому что я еще погадаю на кстати, этого няшу. Тот край, который отпустил, он тут теперь со мной, он теперь у меня живет рядом со мной. Бить его, конечно, не буду, а что отпустил, он теперь моя домик домашний, кройка тут. Он немного боится, но это не страшно. Потому что пусть спит. Так. Бора утра. Блин. Да не могу уменьшить яркость. Ну, ребят. Что-то ничего. Я тут не вижу. Никаких монстров. Ничего вообще. Так что ладно. Это... Ладно, я вам показал это видео. Оно было очень долгое. Я его может, даже не выложу сегодня, где-то завтра. Но ничего страшного. Так что всем спасибо за просмотр. С вами был Спанчоп. Ставьте лайки, если вы хотите, конечно. Подписывайтесь на канал, если тоже хотите сделать это. Если вы хотите, а если не хотите, не надо, может тоже поставить дизлайк, если вы это хотите. Это не важно, это не нужно делать. Уже поставьте лайк, и если вы хотите, напишите. Это все, что ладно. Всем до свидания, с вами был Спанчоп, всем до свидания. Пока.